постоянно нервы у меня напряжены. Эмоционально постоянно выгораю. Из-за того, что где пословицу понять. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Способны люди. В мире нет страны. Никогда ни одному ее не понять. В мире раздолбаю. К сожалению. Потому что, как говорил Уильям Шекспир, глупость и невежество – общее проклятие человечества. И снять это проклятие с человечества невозможно.